Пальма. Арабская сказка. Всевышний изгнал из рая Адама и Еву и в наказание отправил жить на землю. Оказавшись на земле, мужчина вознес молитву великому Аллаху, дабы тот прислал ему что-нибудь поесть. В ответ ему Всевышний сказал: «Состриги ногти и отрежь волосы у твоей жены, и зарой все это глубоко в землю». Адам так и сделал. В тот час выросло дерево, протягивая высоко в небо свои ветви. Ствол дерева был шероховатый, будто нанизанные стриженные ногти, а листья нежные и длинные, как волосы Евы. На дереве в изобилии росли вкусные плоды. Но демон-искуситель, из-за которого Адам и Ева были изгнаны из рая, увидел пальму и запрыгал от ярости вокруг нее. Он даже зарыдал от злости. Каждая его слеза, падая на листья, превращалась в колючку. В Марокко люди очень любят пальму, и каждое дерево окружает большой заботой. Ее плоды нежны и сладкие, как мед, и утоляют голод даже в самые трудные времена. Конец.